Всем привет, ребят. Ну что, решил я сегодня уже добить наконец-то этот аккаунт до максималки, докачать 13 скиллы, докачать все. Скоро, в принципе, на следующей неделе, возможно, будет обнова, выйдет новая игра, хочется уже. Я и так, в принципе, мало играю. Последнее время поднадоело. Но надо все-таки докачать аккаунт. Сейчас мы с вами это сделаем. Такс. Что у нас интересного есть для прокачки? Сейчас мы посмотрим на героев, которые у меня еще не докачаны. То есть, видите, многие докачаны. Вот, смотрите, видите, нету героя. Интересно, интересно. Это та же самая фигня была на русском сервере, по-моему, у меня. То есть, здесь вроде все есть, а прокачать я его не могу, мне надо будет его открыть. Вот так вот. Сейчас попробуем. Забежим. Короче, надо прокачать гарнизонные героя, все героев докачать, которые у меня есть. И будет счастье. Сейчас я зайду на свой аккаунт. И можно будет свободно заняться уже твинками. Дальнейшими тестами. Ну и надо будет подождать на русском огника, кто участвует в конкурсе еженедельки. Те красавчики. Так, окей. Что у нас интересное есть? Сегодня 1 плюс 1. Давайте заберем Sensational Pack. Вроде 1 плюс 1 здесь тоже есть. Сейчас я гляну. Или нету? Да, есть. Нормально клюк дают, кстати. Потом еще бонусами придет. Там, в течение 24 часов. Это, в принципе, очень выгодное предложение. Единственное, что вам не дадут дополнительно это самоцветы. Так, окей. У нас тут остались. А, вот смотрите. Пошла жара. И еще столько же плюх дали. Сейчас мы их заберем. У меня уже, как обычно, не хватает места. Такс. Сейчас мы все пооткрываем. Все, что можно. Оп, интересно, сколько у меня. Скоро вторая зефирка будет. 95 осколков. Вот так вот. Так, забрали мы еще дополнительно плюхи. Поехали, попробуем словить зефирку. Ну, в принципе, нафига мне. Смотрите, 235, ребят. Насколько оно дешевле стало? Ну, по сравнению с первыми. 235 попыток. Давайте попробуем. Смотрите, сколько плюх. Я не знаю, или у нас оно все влезет. Наверное, скорее всего, нет. Но дофигища. Вот так вот нахватали мы всего. 32. Забираем. 2500 камней, 250, одна эмблемка. Ну, интересно, сколько у нас... А, эти мы не можем забрать. Есть или нет? Да, есть. 243 плюс 150. То есть за один пак, по сути, за сотку мы собрали практически 3 четвертых героя. Так вот. Цена вообще отличная. Так. Окей. Собрали здесь. Поехали посмотрим, что тут у нас. Дискаунт есть. Еще камешки продают нам. Ну, можно, в принципе, забрать. Скин на Некроса бесплатный.
Ладно, поехали сюда. 7 штук, ребят, 7 и 41 топовые сумочки. Сейчас мы добьем стрелка, докачаем еще зефирку. Мне останется только скин на зефирку докачать, скорее всего. Шесть, да, 6-10. Стрелка мы должны уже докачать до максималки. Теперь поехали. Пробежимся по 13-х скиллах. Так будет получше, побыстрей. Сейчас мы подокачиваем всех, кто еще не докачан. 127 камней. Так, это не зависло, это ронины у нас так отображаются. Так, одержимый. А, можно даже так, только вот этих некросов. Так, варлок. Заклинательница. Вроде все. Зефирка, и пошел второй круг. Так, теперь у нас осталось докачать героев, которые, то есть гарнизонные. Но, как видите, они еще и не все есть. Вот видите, чик. То здесь мы сделали плюс 49, получили. Дальше этот. То есть есть герои, которых у меня нет в алтаре, но их надо и можно докачать вот таким вот образом. Все, тут все. Тоже все прокачаны. У меня на этом, кто не знает, кто первый раз смотрит, у меня на этом аккаунте нет гарнизона. То есть у меня гарнизонные герои не прокачаны, из-за этого мы здесь докачиваем. Ну и некоторые герои я просто не качал, еще надо будет докачать. Так, ниндзика пропустили. Все есть, готово. Поехали дальше. Притонище. Все, здесь тоже все сделаны. Поехали дальше. Такс. Есть. Друида, кстати, тоже я слил как-то. И все, все остальное есть. Так, снайпер. Здесь все. Так, тут мы уже были с вами, накачали. Так, палач готов. Так, этих прокачали.
Нормально еще, кстати, силы поднимем с этими прокачками. Так, медуз, кариб, вот эти все вкачаны, а тут вообще три гарнизонных. Ничего себе, нам еще и камней не хватит, что ли? Мне должно хватить, по идее. Вроде мы уже всех таких качнули. Хотя, кто знает, еще там фараон, по-моему, должен быть. Он у нас не прокачанный. Посмотрим. Так, тут все. Тут были. Да, смотрите, еще на всех не хватит. Так, что у нас тут? Алхимик надо. Дракон. Разруха. Ой, тут есть еще что качать. Сейчас мы нормально силы поднимем. Тут тоже, в принципе, еще не все смерти эти не докачаны. Так, окей. Поехали, доберем. Докачаем. Всех уже. Наконец-то. Наконец-то мы это сделаем. Ну, а с вас, конечно же, лайки, ребят. Так. Где тут у нас паки интересные? В принципе, думаю, этого хватит добить. И будем ждать уже обновы. По сути, больше качать нечего. Только скин Санлорда. Так, отлично, плюс 32. Поехали обратно в судьбу. Еще и наверное не хватит. Так, тут все докачанные. Отлично. А еще и Тесса, ничего себе, а что-то она у меня вроде же смотрели только что. Странно, странно. Вроде все. Вроде все докачанные. Сейчас пробежимся по алтарю, посмотрим. Ну, это у меня Ронин один недокачанный для слива талантов. Ну все вроде. А что это у нас пятерка стоит? А, там призрачного были качали, а так его и не это не поменял. Так, сейчас придет имбаталант для него. Орка. Бег. Вот так вот на максималку. Итого 1 747 686. Самая топовая сила в битве замка. Можно, конечно, больше сделать. Там еще скин докачать и докачать. У меня еще два здания не прокачанных. Если не больше, сейчас посмотрим. Ну, я в принципе... А, еще и нету этого одного здания
на гарнизон, ну, в принципе, можно вытащить 1 750 000 без проблем. Вот здание у меня одно здесь. Вот тут вроде все есть. Два здания нет. Вот так вот. Так, поехали, мы еще не все пооткрывали. У нас еще куча мегаплюх. Так, это лабиринты. 1200. Давайте еще отсюда. Чик. 6 осколков с двух сумочек. Ну, такое себе. Меня интересует. Так, это мы еще ж получили сумочки, добьем. Зефирка. пять надо. Ну, я потом его тоже добью. Это уже не к спеху. Тут по 50 продают. Давайте посмотрим, что у нас с эмблемой пойдет. По одной откроем. Воодушевление неплохо. О, маскировочка. Это тоже хорошо. Еще одна воодушка. Ну, воодушек у меня пакт. Отлично. Так, раскол. Изворот 9. Так, талант смотра. О, ПДшечка. Отлично. Ну, я, в принципе, считаю неплохо. Ремки мне все равно 9, по сути, не особо нужны. Так, окей, с этим мы разобрались. Поехали еще попробуем. Посмотрим, что тут у меня по девятках. У меня 8 дофига, мы с вами пооткрывали их тут. Дофигища есть, их надо тоже ковать. Ну и девятки вот прибавились. Вот воодушевлений хватает уже. Давайте смотрим, что там у меня по этим. Может, что-то можно сделать. Так, можно 2 штучки сковать, да? Отлично. Что мне такого надо? На архидемона я уже накрафтил, в принципе. Попробуем по локации. Делать 9 исцеление, что ли. Или ремочки. Так, не, оживы. Что у меня по оживам? Оживами у нас все печально. 7 тоже нету, ничего себе. Жесть. Надо, значит, будет пооткрывать. Подокачивать. Это даже живы не падают. Их мы фиг вытащим. Не знаю, определюсь потом. В общем, вот так вот, ребят. Самый топовый аккаунт уже, в принципе, докачан. Остался только там один скин докачать. Но это, в принципе, не проблема. Он особо нам сильно не даст. Все остальное у нас уже прокачано на максималку. Ресурсов хватает там еще на такой же алтарь прокачанный. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.